Здоровенькие ребята, вы на канале FordMag. Ну что же, новое видео от Бармока по VR-чику Bone Labs. Наконец-таки, черт подери, реально, видосы, выходящие по этой игре, всегда великолепны. Вообще, в целом, VR-видосы у Бармока выходят офигенными, поэтому давайте уж посмотрим, что же они такого там сотворили. Поехали! Наверняка там будет Джохан, в общем, все, my body is ready. Ого! На самом деле выглядит неплохо. Челлендж. Хорошая такая вышечка. Кто первый заберется на самый верх? Без читерс. Мы это проходили. Мы это уже проходили. Вставай! Вставай! Ты что? Ты что хочешь добиться? Если мне это просто вертикальное скалолазывание. Давай, я хочу объяснить скалолазывание сейчас тем, кто смотрит твой вонючий канал. Когда вот так вот держишь... Вот не надо про канал, давай-ка придержи свой язык. Напрашиваешься на агрессию. Мы не пользуемся лестницей, да? Слышь, скажи мне, как ты? В порядке? Как конечно, я в порядке. И через 2 минуты я тебе скажу ровно то же самое. Ну не две, ну ладно. 2,5. Let's go, кто первый? Поехали. Я ведь не сказал, что тот, кто добирается первый, выигрывает 10 тысяч рублей. Нихуя. Платит второе. Хватайся аккуратно, он иногда не хочет хвататься. Вот именно, аккуратно, аккуратно. Подожди, ты спросил меня вообще, согласен я на это или нет? У тебя нету выбора. Пойди. Да ладно, все нормально, это же VR, нереальная жизнь. Это же вам не тот самый фильм, как там Вышка назывался, про двух девах, которые решили забраться, и то застряли. Ку-ку. Сорвись. Вот это я оторвался. О, мне сорвись. Недолго осталось. Кстати, шея сорвись. Немножко заныла, но в целом все нормально. Упади. Слава богу, здесь механика как в Зельде, что вы к любой поверхности прилипаете. С чего бы? У меня все отлично. Я нашел эту широкую трубу, я просто по ней не промахиваюсь. И все, я взбираюсь очень быстро, профессионально. А как будто у меня липкие руки. Я человек-паук, который... Что такое? Ты слетел? Я в самом низу. Да я понял, что ты уже проиграл. Я просто уже должен это сделать, чтобы выиграть 10 тысяч рублей. Я завонял уже. Ты поднялся, скажи честно? Еще нет. Блядь, почти. Если ты не поднялся, я только начал свое восхождение. Спутниковая тарелка. Когда я... Бля. Вроде бы VR-игра, но у меня немножко коленки потрясывают из-за моей сраной акрофобии. Иду. Когда-нибудь, через пару дней, возможно. Ну давай. Ну где ты так долго? Да я ж только начал. Мне плохо уже. Скажи. Да лезь уже, блядь. Я согласился ползать. Ты из меня вытащил всю энергию. Если я сорвусь, я нажимаю Alt+F4. Мне насрать, я теряюсь. Нет. Ты понимаешь, что у меня руки устали? Я мокрый. Ты это понимаешь? Я-то тебя понимаю, я-то выше. Давай. Если ты хотя бы просто взберешься на эту вышку, то ты мне платишь 5 тысяч, не 10 тысяч. Нихуя себе. Я тебя подожду. Слушай, последний километр. Скажи, а почему мне нужно тоже страдать? Можешь, пожалуйста, меня чтобы объяснить? Отбить 5 тысяч. О, тут какая-то платформа есть. А как? А как мне ее преодолеть с внешней стороны? Тут выступ какой-то. Я хочу увидеть тебя пролетающего. Боже. Заткнись. Заткнись. Ну, может быть, можно зайти маленькие прутья хвататься? Господи, если ты есть. Не, погоди. Если ты есть. Скинь этого Числава. А то так сейчас и получится, что ты говоришь, и я падаю. Я не хочу таких уродливых таймингов. Пожалуйста. Я не хочу таких отвратительных таймингов. А как здесь не быть? Это обезьяна. О. Вот ты платила мне. Слушай, это не очень... Это очень не... Просто потому, что я не сдался. Непонятно. Как же у меня руки устали. Давай, шея, давай, давай, бери, давай. Я хочу одновременно мочи! И какать себе на лицо. Охренеть, вышка высоко. Еще выше. Да хватит ебать вышку. Где я? Где? Ой! Все хорошо. Я тебя ненавижу. Ты забрался? Нет, еще он, я чуть не упал с долбанных прозрачных перед... Да нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Нет! Буквально, сука, средним пальцем держится. Нет! Блин! Да что за перила отвратительные? Как мне переступить через них?
Да просто собери ноги, блять, тупица. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что такое? Я застреваю. Да, ублюдок. Кто создавал эту кривую модельку? А здесь нельзя прыгнуть, блин, черт подери. Заткнись! Заткнись! Я как будто после Виагры готов деньги. Готов деньги. Падай, тварь. Да, нет, прыжок, прыжок, прыжок. Блять, сука, вот в эти моменты прям все сжимается. Нахрен, Мармок, что ж ты делаешь со своими зрителями? Дохнуть. Ну вот же вышка. Это финишный газ. Я почти около тебя. Я почти около тебя. Да какой? Да какой ты почти? Я бы посмотрел на тебя, как ты это придумываешь. Я почти тут. Давай, давай. Нет, 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 нет. Где? Ловлю. Где? Где? Я ухватился. Я ухватился. Я ухватился. Тупо арка Суперфлай из четвертой части Джоджо на максималках. Только сейчас с двумя дурачками. Хорошо, как хорошо. Сука. А я почти там, где ты был. Вот я на тебя сейчас посмотрю, как ты эти перила будешь преодолевать. Посмотришь, я так устал, сука, тварь. Ты поднимешься, я хочу увидеть твое лицо. Я поднимаюсь под эпичный рок 80-х. Ебать, Welcome to the Jungle поставил. Не-не-не-не-не-не. Охренеть, я так долго падал. А что, дольше взбирал? Не-не, стоп, я делаю глупости. Боже, я воняю, я полностью мокрый. Ты гандон. Скажи, я ведь за что? Что я так тебе сделал? Почему ты придумываешь такие ебаные, сука, тупые челленджи? Тебе не весело? Где радость? Боже, я тебя ненавижу. Шлем потный. Не, я тебя ненавижу. У меня пот шлемный. Я ненавижу тебя. Я не шучу сейчас. Не, я не шучу. Давай. Я не шучу. Ты же смеешься. Я не шучу. Нет, я ненавижу. Как тебе родилась голова? Ты по-дружески это говоришь. Как у тебя родилась эта идея? Еще на деньги же, а? Ой, же ублюдок. Боже, как я хочу победить и сидеть там пить водичку. Эй. Нет, я не думаю, что тебе удастся. Ты же там отдыхаешь. Я работаю, пока ты отдыхаешь. Нет, я постоянно поднимаюсь, я отдыхаю по несколько секунд и поднимаюсь снова. Слушай, я понял, что я не чувствую как будто рук. Я не чувствую тебя твоим другом. Боже, вот эта платформа. Последняя? В смысле последняя? Ты дошел до перил? Ну, платформа. Да, платформа. Треугольная, которая мешает. А, прикольная, довольно прикольная. Я тебя там не найду, я думаю. Я ее вижу, кстати. О, боже. Я ее вижу, кстати. А как ее преодолеть? Ну, каким-то боком. Я вижу то, что, возможно, решит эту... Да внутрь пролезьте по лестнице, или что, для вас прям принципиально не касаться лестницы. Проблема. А, нет! Да? Да? Да! Сука, все-таки Джохан упал. Это те самые перила. Вот эти самые перила. Ты умножил мое настроение на ноль. А ты мои бабки в два раза умножил. Теперь точно не 5000 ты мне переведешь, а 10. Боже, давай. Все мокрое. О, все. Я что, я шеей застрял в полу этой платформы. Да как? Да ну нет. Да что это? Я как голубь, который полез туда, куда ему не стоило. Что это? Как? Такой руки отпускай, ты просто, блядь, на шее висит. Как это произошло? Я как долбоёб. Что это? Как? Как? Я столько сюда взбирался. Но эти звуки, это честно такой говоря, меня радуют. Путь, блядь. Это так тупо. Я не хочу так высохнуть здесь. Слушай, я жду тебя внизу в клубе очень расстроенных людей. Помоги мне, взберись обратно. Давай, я верю в тебя. Что? Что? Повтори сейчас! Повтори! Взбирайся! Ты мне друг или нет? Помоги мне! Подожди, помочь тебе, чтобы что? Чтобы выбраться отсюда и победить. А, сейчас, блядь, пошел нахер. Вдвоем очень... Как удобно-то, однако. Я тебе херососил, ну помоги мне, подружки, чтобы я тебя обыграл. Глупо, Матвей, содержится... Очень много рычагов, которые не позволяют тебе делать это. Давай так! Ты воспользуешься ноуклипом? Именно, я подумал об этом. Вытащишь меня, и мы спишем 100 рублей, да? Нет. Ну, пожалуйста. Что? О, я сверху! А, все, давай, быстрее. Я протиснулся, я исхудал, я покакал. Нахрен лестницу так проще. Чувак, даже на этом девтуле лечу полчаса. Пока ты летишь, я буду взбираться. Все это время я лечу, чтобы ты понимал.
И сейчас все еще лечу. Давай. Трон победитель. Я должен сюда сесть. Все. Вау. Давай, садись, как говорится. Затискивайся. Вау. Я победитель. Поехали, брат. О, карты. Я ничего не вижу. Разворачивайся, ну. Нет, 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 Вася, блевану. Не могу. Да, она же легкая. Но меня крутит. Как ебутого, как в тот раз. Да почему? Марио Карт. Я тебя схвачу. О, держу, держу. О, все нормально, спасибо. Держу. Как это медленно и грустно. Боун Карт. Ну, честно, да, вот самое неудобное, это когда в таких вот играх, где имеются гонки с VR-ом, а камера не заочена, по сути говоря, к носовой части автомобиля, приходится постоянно так вертеться, и из-за чего может вестибулярный аппарат пойти по пизде. Я придам тебе ускорение. Да почему? Твою мать! Твою мать! До свидания! До свидания! Что со мной? Почему я нажимаю в эту сторону, и она едет в другую сторону? Что со мной? А что с тобой? Что со мной? Ты что? Помоги! Я ненавижу тебя! Ты потом вспомнишь эту ситуацию, как забавную историю. Я теперь застрял в нем! Знаю, что с ним? Прилипла. Мне руки прилипли! Прилипли руки! Это муха! Чё, блядь, с этим местом проклятое какое-то? Ловко! Что это? Что это? Что это? А-а-а! Что-то довольно нелепое. А-а-а, это тренажер. А каким пользоваться? Похоже на робота. Стой, 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 брат, стой! Стой, просто не крутись! Стой, не крутись! Я не знаю, где! Охренеть, это удобные ручки! Чудес! Ну, конечно же, всегда нужно подумать о подобных движениях. На изобретение! Отпусти, я хочу это вытащить. Давай, давай. Погоди, убери руки, я не могу это убрать. О, я вам вижу свет! О, все, пускай она там будет. Я не хочу мою шляпу. Как будто чупа-чуп в волосах застрял, только большой. Я хочу это убрать, убери, не могу. Что с этой сковородой, я не могу. Давай. Все, 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 все. Все или не все? Все, по-моему, все. Нет, не все, не все, не все, не все. Все, все, вот она. Вот же липкая скотина. Че надо? Отпусти меня. В смысле? Я тебя не держу. Что с тобой? Что с тобой происходит? Спаси, я делаю. Че, блядь? Ты что? Успокойся, блядь. Что я тебе делаю? Носишь меня за этот колпак. Нет. Он... Вот она, вот я ее бросил. И все, получается, Джохан приклеился к этой хуйне. А. Она приклеилась назад. Охренеть, она у меня в руках была. Истеричка. Вот отклеил опять. Ты опять при... Бля, это что такое? Да, как ты почувствовал? Стоп, стоп. А, вот сейчас все в порядке. Это игрушка вот сатаны. Мы должны избавиться от нее. Я знаю, что я с ней сделаю. Сюда я присобачу. К себе. Что? Что? Что, кретин? Мама. Мама. Ну я не... Этот бабльгун прилепился опять. Давай строить дома. Нам нужны вот эти вот пушки. Мы из досок должны каждый построить по домику. Хорошо. Давай. Это что? Вот это что? Чисто походка, блядь, такая... Как будто Вин Дизель польку танцует. Да. А вот это, они... А к чему они закреплены? Слушай, вот ты что? Бесишь меня. Ты дома вместо нет. того, чтобы строить свой дом, ходишь вокруг да около. Я хочу с этим посмотреть. Что я сделаю? Я хочу посмотреть. Иди нахрен. До свидания, блядь. Это груда досок. Нет, сука, ты достроишь свой блядский... Красота. Привет, народ, Испания. Ой, как хорошо! Начал жестикулировать и решил подтянуться. О, боже, какой я уеб. Извините меня, пожалуйста. В общем, ничего не буду перезаписывать. Уже как пошло, так пошло по накатанной. Короче, я спасибо хочу вам сказать за просмотр. И я пошел, наверное, играть дальше в Starfield. Ну, как играть, я... О, да ладно, видос по Starfield? Тебя примерно по 30 минут заставляю каждый день играть в это. Я больше терпеть эту игру не могу в день. С корявым переводом, со всеми вытекающими, плохой оптимизацией. И... Могу понять, черт подери, потому что... Серьезно, это вот проблема в том, что если прошлые игры прям тебя сподвигали к тому, чтобы ты сам изучал мир, как-то постоянно, не знаю, давали тебе свободу, в этой игре ты себя чувствуешь реально каким-то запертым, что ли. Вроде игра огромная, свободная, но проблема в том, что она, во-первых, у нее очень огромное, блядь, вступление, а во-вторых, блядь,
ты заставляешь себя играть в нее, блядь. Ты... Я не знаю, конечно, я понимаю, что есть люди, которые получают это удовольствие, но... Очень спорное удовольствие. Ну а что поделать, Все жду, когда эта игра для меня раскроется. Хотя мне кажется, что она это уже сделала и сделала очень плохо. Не знаю, если игра не пойдет, то, возможно, обойдусь какими-то двумя-тремя моментами, запихну их в какую-то условную рубрику «Хорошие игры». Хотя не очень-то и хочется вставлять в «Хорошие игры» Starfield по причине названия этой рубрики. Ага. Зачем я это сделал на монитор? Ах да, на нем же Starfield сейчас. Короче, вот такие вот дела. Но если в целом не пойдет, то, возможно, поиграю в CS 2, так как мне его, наконец-то, Габен решил выдать. Ну, как и большинству теперь. Ну, а на этом все. Здесь был гребаный Мармок. Увидимся в будущем, в том будущем, в котором оно настоящее. Я не ебу, что я сказал. До свидания. Отлично, что у нас там в бонусах? Я не настолько силен. Бля, может быть, все-таки я смогу? Я это прошу. Это всегда жалко выглядит. Подожди, хотя дай попробую тебя. Поднеси к лицу, дай мне минуту, а? Но перед этим... Я не хочу! Массаж щек сделай мне. Ой, как приятно. Я вообще тебя не чувствовал. Ты плохой массажист. Жалкое зрелище. Как будто мне в глазок кто-то стучится. Тебе хотя бы немножко больно? Там прыщик на лбу. Его можешь выдавить, пожалуйста? Последнее слово. Ну что ж, ребятки, вот такой вот получился бонлапс выпуск. Как всегда, много безумия, яра, сисек, жохода. И, ну, конечно, сегмент с башней, вот этой вышкой, был великолепен. Столько напряжения, мурашек, Мармок, что застрял своей башкой, сука, в прутьях, это было великолепно. В целом, выпуск получился забавный, клевый, огромное мое уважение, респект и лайк. Обязательно поддерживайте автора оригинала. Ох, жду их, само собой, новых выпусков по Бунлапсу. Жду ролик Мармока по Старфилду, потому что реально... Багов там точно найдется много, хотя игру, ну, прям хорошую не назовешь, так что, я думаю, будет весело. Ох, короче, респект лайк и спокойной вам ночи, дружки-пирожки.